Вот она, наша Ярославна. А вот наш гордый ястреб. Они у нас, наших объятий. Им слава и почет. Им благодарность народа нашего. Товарищ первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров Союза СССР, рад доложить, что задание Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Пятисуточный полет в космос завершен успешно. Все оборудование и управление корабля «Восток-5» действовало безотказно. Самочувствие отличное. Готов к дальнейшим орбитальным и межпланетным полетам. Подполковник Быковский. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров Союза СССР, счастливо доложить... Центральному комитету Коммунистической партии и Советскому правительству, что почетное задание выполнено. Космический полет на корабле «Восток-6» успешно завершен. Все системы корабля и оборудование работало безотказно. Самочувствие отличное. Готовы к выполнению нового задания родной партии и Советского правительства. Космонавт Терешкова. Thank you.
Сколько их, этих цветов, будет сегодня отдано нашим звездным героям? Говорят, что миллион. Может быть. Наверняка будет еще больше, потому что все цветы нашей страны принадлежат сегодня им. Никаких рук не хватит, чтобы удержать все эти цветы, чтобы все руки пожать, которые к ним сегодня простерты. А если посмотреть на Внуковский аэропорт, на тех, кто здесь собрался, то это действительно лучезарное море улыбок. Улыбок, счастья, гордости за нашу Родину, за партию нашу, за тех, кто послал людей советских в космос за наш народ. Пленки, и об этом будут вспоминать потомки горы. Вам там, значит. Ну, пойдемте, я с вами. Это тоже традиция. Сейчас наши герои космоса вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым идут к тем, кто их встречает. Москвичам, посланцам народов нашей страны. Тем счастливцам, которым первым здесь, на Внуковском аэродроме, удалось увидеть близко наших звездных героев.
Мы знали о том, что Валюша Терешкова любит голубой цвет. Сегодня она здесь в цвет, в ровном черном костюме. Валерий Лиховский, штаны, военный форма. Форма советского летчика-космонавта. Если так можно выразиться, совершен малый круг почета, ведь сегодня вся Москва, вся родина наша ждет их на Красной площади. Ждет их сейчас вся Москва, миллионы людей, которые находятся сейчас по всей трассе от Внуковского аэродрома через Ленинский проспект до Кремля. Ждут их сейчас на улицах Москвы наши москвичи, которые точно так же сердечное тепло будут приветствовать наших героев. И сегодня в этом репортаже, который транслируется не только на 60 городов нашей страны, объединенных в сеть центрального телевидения, сейчас вся Европа смотрит этот телевизионный репортаж. Это от меня, от покоя. А это вам. Это вам. Благодарим вам. Ну разве можно упустить такой случай? Сколько еще будет таких замечательных, бесценных кадров? У космических героев здесь много друзей. Друзья, это вся наша страна. Все прогрессивное человечество, которое славит в этих днях наших звездных героев, Валентину и Валерия. Супруга Никита Сергеевича Хрущева тепло приветствовала космонавтов. Не преминул добавить теплое слово и маршал Будённый. А сейчас наши звездные герои вместе с руководителями Коммунистической партии Советского правительства направляются в новое здание аэропорта. Большой светлый павильон.